Один, два, раз. Меня зовут Максим Бузинов. Если помогать надо, предупреждайте, да, например. Ну да, можно помогать. Я не знаю, как это получится. Я спою две песни. Одну песню я уже исполнял. Она называется, первая я спою ее, называется «Она правда, господин». А вторая песня новая, я еще не исполнял, но она тоже немножко с таким политическим подтекстом. Ну, скорее, с таким... Ну, услышите, в общем, неважно. Итак, а первая называется «Правда, господин». Ну, название именно «Правда, господин», то, что это важно. Потому что, например, у Шевчука недавно вышел альбом, и там я у него услышал строчку то, что ни правда, ни веры. Вот. Но вот здесь я как бы все-таки правда, она остается. Суворовский лампас, резкие слова и только час на сон. Не осудит зря, судей нипочем, весело друзьям веселится он. Только если ты стоишь забором на пути, сразу постарайся отойти. Закон один. Пусть ты хоть брат, но правда, господин. Тактика таран, мысли помнят цель. Даже Аристотель обошел бы стороной, мудрому не справиться с горой, поверь. Любит шаурму, не играет роль, ни кумир ему, нищий и король. Вздумаешь задать ему единственный вопрос, главное, не потеряй колес мечтой. Томим и веры нет, но правда, господин. Вторая песня, она называется «Совет отца». Ну, тоже вот тут вспоминали уже в некоторых песнях про родителей. Вот она тоже, собственно, ну, скорее тут она не в пример ставит отца, а в некоторую такую
поддающуюся критике систему ценностей. Свою приумножай. Не нарушай сложившийся порядок, не замечай в нем хитроумных схем. Свободный дух хранилища загадок, гораздо проще рабство микросхем. Оценивай людей числом успехов, число надежнее риска смельчака. Прочнее цифр не найдешь доспехов, успех опаснее острого клинка. Сотню колких фраз, зубов от шуток реже промежутки, насмешки щит от любопытных глаз. Но в час, когда к тебе придет тревога, и вздумаешь помыслить о конце, остановись и уступи дорогу, совет забудь и вспомни об отце. Тоже такое вот.